want your pussy, just want head. Look at me, yo. Before I turn the lights out, tell me who the fuck you wanna be. Can I fell in love, same time that you're falling apart. I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a ballast. Killer with a coca boy named a Holly Ballast. Bitch, be humble. Hold up, ребят, hold up. Повыше. Pulse up, homies. Теперь пониже, да? Pulse up, homies, с вами Джонни Хиллари. Сегодня у нас лучшие треки или треки, которые нужно послушать. Я еще не знаю, возможно, я поменяю название видео, ребят. Кстати, не обращайте внимания на вот это вот сзади. Это кровать для моего брата, потому что приехали к родителям в гости. Короче, неважно, ребят, Денис спит там сегодня. Денис, скажи привет. Я шучу, ребят, он сейчас не дома. Нормально так, удобно? Да. Ты смотришь видео до сих пор? Представь, смотрю. Ты ничего не смотришь? Ну, смотрю. Денис, все в порядке у тебя? Да. Привет. Окей, ребятки, смотрите, давно я не делал такого видео. Сейчас я, кстати, проверю, записываю ли я. Да, записываю, окей. Давно я не делал такого сегмента, да. А все постоянно спрашивают: Женя, что ты слушаешь? Женя, что ты слушаешь? Женя, что ты, motherfucking, слушаешь? Поэтому я вам говорю, тут у меня список даже есть, чтобы я ничего не забыл, ребят. В принципе, в этот раз я не знаю, будете ли вы в шоке от того, что я слушаю на данный момент, ребят. Перед тем, как начать, дайте мне ваш аукс, ребят, потому что сейчас будет звучать рекламный трек. Check it out, my boys. Spin that, motherfucking shit. Нам 32. Я одна студь, они хотят тату. Я не могу идти назад, обратно. Кольца, 9-2-5. Поджимай бэк, вот опять. Опять куш-клав, дерзкий тип, вынесем вау. Это мой склад, и это не Москва. Это СПБ, мой брат. Я кидаю 3, и нам 32, yeah. Кроссовок так много, им нужен целый дом. Мы курим всю ночь и продолжаем днем. Обязательно пишите, что вы думаете по поводу трека в комментариях, ребята. А также, если вам понравилось, обязательно зайдите, поддержите. Ссылочку я оставлю, как всегда, в описании и в прикрепе комментариям. Дрейк, ребят. В первую очередь Дрейк, Care Package. Эти треки уже давно у него были, но на стриминговых платформах их не было. И вот на этой неделе он кидает Care Package, ребятки, нам всем. Название Care Package прикольно, это что-то типа посылки или гостинца. Поэтому прикольно нас Дрейк одарил своим Care Package. И что самое крутое, все эти треки я слушал много. Но как только он дропнул, ну, в какой-то момент я про них забыл. И вот он сейчас опять их дропает. И я постоянно просто слушаю, постоянно с утреца у меня играет. Потому что, ребят, если вы знаете английский язык, этот альбом, ну как альбом, Care Package, вот эти все ранние треки Дрейка, это очень круто, там очень крутые текста, прям, вообще любовь, ребятки. Поэтому настоятельно вам рекомендую посмотреть Care Package от Дрейка. Before I turn the lights out, tell me who the fuck you wanna be. Yo, ребятки, отвечаю. Послушайте, послушайте этот шикарный Care Package. We established like the Yankees. Too fucking busy, too busy fucking. All I care about is money and the city that I'm from. Еще разочек, Drake, Care Package. Обязательно к прослушиванию все треки. Многие, возможно, вы не слышали. Хороший момент вернуться там в 2011 год. Послушать молодого Дрейка. Let's go. Next up. Next up. X. Ребят, XXXTentacion. В общем, история такая. Я не помню где, я услышал трек I don't wanna do this anymore. И я такой прямо only one, I'll fuck you till you come. XXXTentacion говорит: я трахаю тебя, пока ты не кончишь. Ну и после этого, вот как я послушал этот трек, я залетел, включил альбом Revenge и слушал его, хотя он быстрый, слушал его, ну, наверное, минут 40 вот так вот, на репите. Поэтому, ребят, обязательно слушайте XXXTentacion, Revenge, молодой засранец X. Я мало делаю видео на последние треки с фитами, икса и так далее. Это все потому, что, ребят, во-первых, я не хочу особо грустить. Во-вторых, мне не нравятся песни, которые сейчас выходят с иксом. Вот недавно последняя самая вышла, по-моему. Я не помню с кем. Там был хотя бы неплохой такой кусок от икса. А все остальное, блин, ну это все какие-то промо, ребят. Честно, ну вот, я с нетерпением жду альбом. И надеюсь, там они наконец-то покажут нормальные остатки слов от икса, его песни. Вот, а до тех пор я не уверен, что я буду что-то снимать на икса, ребят. Я по поводу икса все вам говорил. По поводу того, что я думаю. И все такое, ребят. Так что, кто ругается на меня за то, что я не делаю обзоры на треки, где есть X, ну, ругайтесь дальше, ребят. Look at me, yo.
Next up. Next up. NF, ребятки. Чувачок, NF. Я еще не слышал его альбом. Вот этот чувак, который похож на... Немножко почему-то у меня вайбы Эминема. Белый чувачок, который продался. В смысле, на этой неделе у него больше всего продаж, ребят. Он обогнал Chance the Rapper. Ничего тогда. Кстати, Young Benz продал меньше 10 тысяч копий, ребят. Вы представляете? Я вообще был в шоке. Вот этот Misunderstood. 10 тысяч копий. Господи, боже мой, Young Benz. Аккуратней. Ну, он типа независимый альбом выпустил без рекламы. Короче, не знаю, что за история. Он продал меньше 10 тысяч копий. И это просто супер ужасно. Очень жаль Young Benz. Альбом Chance the Rapper мне сначала понравился, потом не очень. Он очень затянутый. Продался меньше, чем NF. NF молодец. NF вы еще не слушал. Послушайте все, что я только что сказал. NF обязательно к прослушиванию, наверное, я. Но я советовать не могу. Хотя только что посоветовал. Просто NF, какое-то разнообразие. Надо послушать и сказать мнение, короче, по поводу NF. Дальше, ребят, у нас отдельная соло-песенка. Хотя ей уже достаточно много времени. Но все же это Ian Dior и Trippie Redd, Gun Girl, ребят. Я ее слушал раньше и сейчас вернулся. И опять она у меня иногда играет. Очень красивая песня. I fell in love. Same time that you're falling apart. Фит с Trippie Redd'ом, это всегда пушка. Очень жду альбом Trippie Redd'а. Причем назвался он восклицательный знак. Типа отсылочка на икса, вопросительный знак. Trippie Redd это один из тех людей в новой школе, который по-настоящему завоевал респект. Мне кажется, очень обширный, короче, грубо говоря. Trippie Redd, Juice WRLD и еще мне почему-то приходит Lil Skies. Но Lil Skies... Меньше, конечно, менее популярный, чем Trippie Redd. Короче, Trippie Redd и Juice WRLD это прям вот супер мощные ребята из новой школы. На подходе еще YBN Cardi мне очень нравится. Респект Trippie Redd'у. Очень шикарно у них получилась песенка, ребят, так что если кто еще не слышал, хотя навряд ли, супер песня. Трек от Lil Skies под названием Magic. Причем я не помню, как назывался трек, на который он недавно выпустил клип. И сразу после этого, буквально через 2 дня, он кидает шикарный тречок Magic, который намного лучше, чем тот, на который он снял клип, ребят. Always in the latest fashion. How to set the bar. Next up, альбом Rocket, настоятельно вам рекомендую. Грамотный трэп-альбом русский. Мой обзор вот здесь, если кто еще не видел. Шикарно. Часто очень включайте треки у себя в тачке, потому что они такие достаточно коротенькие. Вайбик такой задают, я такой еду, кайфую. Rocket, Swag Season 2, послушайте, пожалуйста. Let's go дальше. Shoreline Mafia, Benz. Shoreline Mafia, я недавно посмотрел Rolling Loud, и мне опять они понравились. И я очень влюбился в трек Benz, хотя ему уже достаточно много времени. Такой, знаете, вот прям грамотный саунд. Опять же, не знаю, почему мне она так нравится, но... I fuck with it. This ain't the Miller rock, this is money dance. And my dick ain't hard, there's a 30 in my pants. I get 30 of them bands, I'ma make a stripper dance. And I'm fucking bitch, cause I'm a man. I'm fucking bitch. Bands, 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 all I think about commas. 30 in my 40, all I think about drama. I'ma finally get this bag. Yo. Bam, bam, bands. Кстати, Shoreline Mafia приезжает в Москву, ребят. Не помню когда, приезжает в Москву. Надеюсь, я на них попаду. Shoreline Mafia, Benz, 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 bitch. This is Miller Rock, this is Money Dance, bitch. Next up. Next up. Трек Яникса 1/10. Достойный трек, но концовка мне очень понравилась. Прямо вот Яникс, которого я люблю. Смотрите. Суть забега тут не прич. И проигрывать это всего лишь часть игры. Концовочка трека, бомба. По полкарата в ухо. Моя мама думает, я трачу деньги глупо. Купы стопают меня в любое время суток. Купы стопают меня в любое время суток. Преданность здесь, это редкость, пиздец. Пару сотен на них взял, винил будто диш. Но я не ускульный тип. Италия на мне выше пояса и ниже пояса. Италия на мне выше пояса и ниже пояса. Бич, весь в итальянских брендах. Let's go, Яникс 1/10, what's up, Яни. You already know. Я вообще могу не заканчивать это видео, ребят. Вы же знаете. Короче, ребят, всегда, незнамо по каким обстоятельствам, но всегда где-то рядышком у меня OG Buddha. И OG Buddha не понимает. Вообще ничего не понимает. OG Buddha так часто на этом канале. Гриша Разбойник. Разбойник, ёбаный рот! Этого казино! Короче, ребятки, feeling with Atari. Я знаю, что песня достаточно... Уже давно вышло, но I fuck it. Что я сказал? I fuck it. I fucks with it. Короче, мне нравится песня. Я влюбился в тати, пацаны говорят, хватит, но братик, все ты не прикажешь,
потратил. Эх, да, Оджи Будда потратил все деньги на Тати. Влюбился в какую-то засранку. Пацаны ему говорят: Гриша, хватит тратить свои бабки на эту тёлочку. Он говорит: братик, сердце, блин, не прикажешь. Ребята, еще песня Paris. Вы знаете, что я фокаюсь с Парисом. Парис поменял свой ник на Paris Shadow, скорее всего, чтобы его легче было найти в поисковике. И выпустил он песню, и мне она нравится. Ребятки, гоу, послушайте Париса, шикарный чувак, недооцененный. Это немножко, если вы хотите отойти немножко от рэпа, пожалуйста, Парис. Ребят, я вообще могу не останавливаясь рассказывать вам о том, что я слушаю, но этого невозможно сделать будет, потому что тогда я просто не выложу это видео. Выкрутился. Ребят, да, я знаю, что я хорошие песни слушаю, что у меня есть вкус. Спасибо вам большое за это. Я это ценю. Я попытаюсь делать такие видосы чаще. Почему я не открываю записи, свои аудиозаписи ВКонтакте? Потому что я туда почти ничего не добавляю. Я в основном слушаю какой-нибудь iTunes, SoundCloud. Ну и в принципе, мне впадлу нажимать на плюсик, чтобы что-то добавить к себе, понимаете меня? Возможно, какие-нибудь плейлисты. Я все жду, пока у нас Spotify запустится в стране, чтобы я вам составлял плейлисты в Spotify. Возможно, с ними получится договориться о каком-то сотрудничестве. You feel me? На этом, я думаю, все. Вообще, хочу узнать, как у вас дела. Вот я на стримах всегда спрашиваю ребят, кто у меня залетает. Как делишки? Напишите мне в комментариях. Че вы добились? Напишите мне, че вы добились или что произошло летом у вас веселого. Прям давайте поделимся, почитаю я. Мне нравится читать ваши комментарии, мне это греет мое сердечко, мое холодное сердце, you feel me? Я шучу. Нет, не шучу. Теперь никто не знает, шучу я или нет. Так, все, Женя, заканчивай. Давайте добьем 90 тысяч подписчиков. Кстати, по поводу моих планов, быстренько, кто не остался до конца, тот немножко пожалеет. Обязательно 24 числа я еду на BMFest, и я сделаю все возможное, чтобы туда попасть, чтобы следует сказать, сказать усап. Это, кстати, тоже супер, не рассчитывайте на это, что я там буду рядом с Лилскайзом, скорее всего, это невозможно будет сделать. Не знаю, посмотрим, я попытаюсь что-нибудь спросить, но навряд ли. В конце месяца я еще поеду, наверное, в Питер, поэтому я вообще какой-то разбойник уже, понимаете? Туда летаю, сюда езжу, что-то вообще... Просто уже какой-то вес у меня появился, ребят, в этом обществе, нет? Я вам говорил, что John Hallever Motherfucking Gang будет красавчиками. Так и получается, ребят. Мы идем вверх, мы шагаем, спасибо всем за поддержку. Скоро футболочки, кстати, приезжают. Так что предзаказик открыт, можете предзаказать. Прям вот-вот они уже у меня будут, сразу отправляю вам, you feel me? Все, наконец-таки я заканчиваю, ребят, с вами был John Hallever. Слушайте грамотную музычку, качайте, раскачивайте, обязательно... Я сейчас микрофон толкнул, возможно, был неприятный звук. Обязательно слушайте меня. Обязательно смотрите меня. Пистолеты у меня уже замерзли, вы понимаете? God damn. Blue suit, pressed see-through tooth was Oriental. A teal-toned lobster prepared for my arrival. With two steaks, two grapes on paper plates. Caused two blind dates when I showed my rolly face.